Всем привет, и вы на канале Mr. Retro Mobile Dan. И сегодня будет обзор на телефон Fly. Это модель KDS-105D, телефон 2012 года выпуска. В телефоне есть разговорный динамик, дисплей, клавиатура. Снизу у нас выемка для снятия задней крышки. Вот тут микрофон, я не заметил даже. Тут у нас ничего, сверху фонарик. Тут у нас разъем под зарядку, под наушники. Сзади у нас камера, у нас есть без вспышки. И логотип Fly. Телефон поддерживает две сим-карты стандартного образца и слот под карту памяти microSD до 32 гигабайт. Телефончик я собрал, включаю. Ну, такая интересная модель. Сейчас он подгрузится. Вот, телефончик загрузился. Заходим в меню. Сообщение. Ага, у нас нема сим-карты, телефонная книга. Нажимаю на кей. Контакты, новый контакт. Удалить все, копировать все. Мой номер, место сохранения, статус памяти, быстрый вызов. Так, назад. FM-радио, у него радио без наушников работает. Журналы вызовов. Нет сим-карты. Мультимедиа, аудиоплеер, диктофон, фотоальбом, мои файлы. Настройки профиля, время и дата, дисплей стандартные, настройки вызовов, настройки сети, безопасность, бросить настройки. Назад. Так, органайзер, будильник, календарь, калькулятор, игры, Формула-1, настройки игр, Bluetooth, вкл, видимость, мои устройства, поиск устройств, имя устройства дополнительно. Есть у него фотокамера и видеокамера. Вот такой был краткий обзор на телефон Fly DS105D. Кому понравилось это видео, ставим лайки, подписываемся на канал, нажимаем на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Пишем комментарии, ну и все. Всем пока-пока. На другой телефон обзор будет чуть-чуть попозже.